Всем привет, вы на канале Би, и с вами Екатерина. Давненько Куплинова не смотрела, и как раз-таки, ну, недавно вышло видео «Смешные моменты с Куплиновым. Контрабанд Полис». Про эту игру давно узнала, когда еще вроде как Блэк проходил на своем канале демо-версию, это я точно помню, вот, поэтому для меня эта игра была не в новинку, поэтому я в основном смотрел, кто как играл. Вот, у Куплинова я вроде бы тоже смотрела моментами, но не часто. Блин, я в последнее время вообще никакие стримы не смотрела вообще. Да и тем более еще Нэнси Дрю вышла уже новая часть. Ну, в общем, это уже другая история. Ну, там, конечно же, на английском языке. Вот, поэтому жду, когда будет русификация, чтобы потом поиграть. Вот, ну ладно. Так что давайте-ка смотреть Куплинова, готовьте чаечки, печенюшки, а перед тем, как начать смотреть, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да, а мы начинаем смотреть. Я могу выговорить слово контрабандист. У меня тоже бывают проблемы некоторых слов, где я нечетко говорю контрабандист. Я правильно сказала? Контрабандист, да, все правильно. Просто какие-то слова действительно плохо выговариваю тоже. И да, на заметку, если вы плохо выговариваете какое-то слово, берите какой-нибудь предмет, что-то вроде сопротивляшки, то есть там палочка или ручка, вставляете в зубы и старайтесь сначала медленно проговорить с помощью палочки, вот, потом без палочки, потом слегка побыстрее. Ну и как бы закрепите это. Можно, конечно, без палочки, можно опереться на кулак, то есть локтем упираемся в ножку. И как бы вот таким образом тоже попробовать слово выговаривать. Вот. В общем, ну, небольшой лайфхак, как можно как бы немножко со словами, которые с трудностями имеются, как бы потренироваться. Вот. Возьмите деньги, но не трогайте машину. Что? Что? Что ты себе позволяешь? Ты я второй день на работе. Какие деньги? Ты что делаешь? Да. И я заметил, что нужно перемещаться, потому что я с Куплинова закрываю, как всегда. Так, вернее, я Дангара вроде бы закрывала. Часто очень. Потом я уже в последнее время начала Куплинова закрывать. Так, только сейчас найду. Перемещусь. Сюда. Опа. Ну, допустим, сюда. Здрасте. Продолжаем. Второй день на работе. Ну, второй день. Ну, ладно, мы полтора года работал. Но это куда не шло. На любой развилке нам сейчас направо. Жалко, что нельзя поменять... Хе. Я ударился. Запомните, незаконный товар попадает только мне. Даже не думайте продавать его налево. Да. Не будем. Я не думаю. Поехали обратно на контрабост. Здесь хотя бы выезд нормальный есть, потому что из трудового лагеря выезд вообще плохой. Здесь можно спокойно развернуться и... Чего? Я не специально, блядь! Я не специально, серьезно! Я думал, он просто текстура ходячая. Так я его просто задел чуть, блядь, крылом. Он нормально с ним все. Предъявите, во-первых, документы. Куда ты? В смысле? Ты охренел, что ли? Етит твою мать, в смысле он погнал? Погнали! Блядь, я врезался. Он уезжает, он... Стреляйте по нему с вышек! Эй, там в доме! А чё я без фар катаюсь? Так, говорят, здесь неадекватные люди, они могут под колеса броситься. Ведь в отчет. Все, блядь, что ты кричишь-то? Ты ёбнутый, что ли? Кто? Где? Ты куда поехал? Стой! Блядь, я спрячусь! Прячься, Максимов! Максимов, прячься! Максимов, убегай, ты где? А, вот он, все нормально. Максимов, это я паникер по жизни. Мне кажется, молодой человек, ты похож на контрабандиста. Опа. Опачки. Вы дурак. Посидите, товарищи. Посидите здесь чуть-чуть. Так, хорошо. Что он сказал? Он сказал, без паники, у меня есть план побега. Да-да. Это было не просто смело, это было пиздец. Так, на кура... Бля, на курице контрабанда есть, серьезно? Блять, это не живая курица, что? Это курица-подделка?
Нихуя. Я вот думала, из чего эта курица, из дерева или из шоколада? Я прикол. Невозможно. Или фарфор. Хватит заезжать, блядь, на газон. Так, тут дай посмотрю у тебя. Вроде нормально, езжай. Езжай, в смысле, нахуй отсюда. Ты не подходишь мне. Помогите своему отделу устранить угрозу. Так, а весь мой отдел со мной поедет или что? А почему отдел-то со мной не едет? Что за хуйня? Так, надеюсь, по моей машине никто не стреляет, иначе это будет хуево. За машину я въебу сразу. За машину сразу въебу. В меня стрелять? Кто, блядь? В своих не стреляйте, ебанаты! Блядь, граната! Пацаны, бегите нахуй! Бегите, пацаны! Блядь, раненый мужик, почините его! Почините. Блядь, а что в меня? Машина! Запрещается допуск лиц со следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. Художник, учитель, журналист, нахуй нам тут не сдались. Вали нахуй. Я тебе даже закрывать ничего не буду, потому что по дороге все высыпется, понял? Я не понимаю, как они выглядят, серьезно. Все, поехал. Стопэ, 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 стопэ! Тормози его, тормози его, тормози его! Поехали, 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 поехали! Стопэ! А он столкнулся. Ебать ты неудачник, это пизда просто. Ебать ты дурак, блядь. Повезло. Так, а сколько у меня заключенных? Давайте попробуем... А как вызвать? По телефону, да, наверное? За 500! Ты что, дурак, они столько не стоят. Убирай. Да бляха, Максимов, ну какой ты душный. Слышь, что, убирай давай. О, они не могли уйти далеко. Ищите следы вечеринки в саду. Так, ну вот какой-то детский сад, детская площадка. Так, сигареты, но это не улика. Самолет. Улететь тоже не могли. А сколько тебе лет-то? Секундочку. 47! Нашлась. Фальшив. Куда, блядь, собрался? Стоять! Стоять! Колеса! Колеса! Ах ты ж черт, блядь, такой. Погнали быстрее! Погнали, погнали! Блядь, залезь в кабину-то! В корыте таком ты поедешь, блядь, по нашему Акаристану рассекать, чтобы позорить нас. Не нахуй отсюда вообще со своей машины. Что такое? Мимо проходил. Но зато не сбил. Ты что, ебанутый, жить надоело? Максимов, ты заебал гулять, блядь. Хватит гулять, сиди на месте, работай. Чё, блядь, за придурок ты такой какой-то непонятный? Так, а где плита-то еще одна? Блядь, где еще одна плита, дружище? Максимов, блядь, домой упер. Бампер на месте, колесо спущено. Блять! Опять тревога. Ты так орёшь-то, дурик ёбаный! Да ты куда поехал-то? Стой! 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 Я тебе не отказал, как под деньги, блядь! Ваши представители делают сегодня показ. Мы хорошо знаем, как обычно выглядит улица Акаристана. Кому-нибудь, сука, об этом расскажешь, ты больше сюда не проедешь. А если и проедешь, то ты отсюда больше не выйдешь. Так, 8 ПК. Что за денек, действительно? Что за хуйня? Арестован товарищ, посажен в тюрьму. Ра-та-ти-ра-та-ти-ра-та-та. Как он здесь, нормально сидит? Фак, запалился. Охуели что? Так, я не понял. Я тебя, блядь, сейчас сам заставлю тебя вытирать будешь, чтоб следил, чтоб не было такого больше на стенах. Понял? Нет? Так, Максимов, блядь, хватит там ходить. И не кури рядом с бензином. А да? А да, загружай давай все назад. Доберитесь на место, прежде чем счет время. Найдите места, где спрятана контрабанда, понадобится лопата, чтобы ее выкопать. Так, подожди, а у меня есть лопата-то? У меня лопата-то есть? Ну, у меня точно лопата есть. Нет, нихуя. Да есть. А, топор у меня есть запасной. Блять, у меня и лопата, что ли? Влад, ты заебал. Я поехал за лопатой, потому что лопату не видел. Я тоже, кстати, в последнее время вообще невнимательно. Я тоже вроде как стараюсь медленно что-либо сделать, чтобы не забыть какую-то вещь, но я все равно умудряюсь что-то забыть. Я как-то раз, когда в прошлом месяце ходила в бассейн, я вроде бы все взяла, и, конечно же, сланцы обычно я еще кладу напоследок, потому что я хожу у них по дому. Так вот, и я, у меня просто вылетело из головы, когда я поторопилась, одевалась. Вот, и ладно, хотя бы на месте там мне дали запасные сланцы, но все равно как-то, блин. А раньше я все запоминала, все складывала и помнила, что нужно делать то-то, то-то, то-то. А сейчас уже со временем, то ли из-за работы, то ли из-за чего, я просто начинаю моментами забывать и действительно что-либо записывать. Потому что уже на ум свой я уже не рассчитываю. Вот. Поэтому, может быть, конечно же, мне нужно побольше отдыхать, хотя, с другой стороны, я и так... Если с дочкой, то обычно лежу, смотрю мультики, или же с ней играю, или же пытаюсь общаться, вот, поэтому как бы как-то пытаюсь отдохнуть даже вне дома, пытаюсь отдохнуть, слегка прогуляться, тем более, ну, сейчас уже, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, снег потом не пойдет, обещают уже теплые деньки, а то у нас так хорошо, это, снег шел 10 числа, прямо за окном просто такие хлопьями просто за окном все шло. Вообще класс было наблюдать. Ну, что поделать, как бы это ожидаемо. Даже помню, когда
в Сосновый Бор ездила, ну, там у нас, получается, лагерь детский. Это был 7-й или 8-й год, 7-й вроде бы год. И там как раз-таки 6 или 5 июня пошел снег. То есть как бы для Урала это нормальная ситуация, особенно когда умеренный климат, который меня просто бесит. Я просто не знаю. Мне климат как бы и благоприятен, но смотря какая будет погода, какая будет температура и давление еще. Вот. Я просто не могу, когда очень резко жарко, потому что я начинаю текать в последнее время. Ну, и мерзнут ноги. Но в то же время мне нужно остерегаться холода, потому что хронический пилонефрит. Вот. Весело, что-то договорила, да, я очень долгая, да, так что дальше смотрим. Лопата была. Ну да. Так, цвет машины черный. Куда, блядь, стой! Все, остановись. Блядь, хотя арестовать теперь. Не дотягиваюсь до него. Так, приезжий арестовать. В смысле? Почему? Почему? Серьезно, действительно, блядь? Почему? Он еще спрашивает, почему? По кочину, нахуй, знаешь? А за что план? Еще скажите? Пацаны, спокойно. Извините. Не пизди, тут происходит разыскная следственная работа. Я тебе сейчас посигналю, там, сигнальщик! Надо было еще знаки расставить. Да, я как-то раз... Был такой момент, попался такой подписчик. В общем, если вы обратили внимание в популярную, какая игра самая популярная у меня на канале, вот, по этой игре много кто подписался, конечно, очень приятно, но попадались некоторые подписчики, которые очень странно, особенно один из них, вроде бы, как бы по словам этого человека, ну, он, конечно, уже давно уже от меня отписался, вроде бы нормальный человек, вроде бы студент, и по идее он должен нормально думать. Но по факту, вроде бы говоришь, нельзя это делать, но особенно там в Дискорде, там правила расписал и все так далее. А он специально делал и даже как-то раз создал второй свой аккаунт, типа специально срач устраивал, типа то, что вот так вот так вот. А когда его блочили, он такой, а за что? Твою мать. И главное, еще этот человек признал, что он в МВД пошел учиться. Я просто в шоке. Почему таких людей берут? Я не понимаю. Как бы вопрос не к родителям, конечно, но тоже, ну и к родителям тоже. Почему таких людей просто нормально не воспитают? Что, как с ними бороться, вообще непонятно. Просто вот таких людей я действительно боюсь, потому что это как бы... Если кто смотрел фильмы или же какие-то случаи были, там, например, люди, которые, как бы, им скажешь одно, ну, особенно если это вдруг какой-то маньяк, типа, если сделаешь это, то а-та-та, а он это специально сделает, вот, поэтому это очень страшно, прям, вообще не поймешь сейчас, какой перед тобой человек, нормальный или же нет. Да, это мне тут, блядь. Тоже хочешь? Ой, я только что проснулся. Я сегодня проснулся с утра. Потом такой что-то это тут лазил, шастал, и в итоге опять поспал. Как вин, окей. Так, здесь ничего нет. Максимов сидит, бездельник ебаный. Так, Максимов! Заебал дымить. Давай, убирайся. Убирайся, Максимов. Не в смысле с работы, а убирайся в смысле здесь. Нарезка лучших хедшотов, лучших моментов. Ебать, я как за... И как в этом, как какой-нибудь трейлер жестко. Куплинов представляет. Вижу, уже боятся, блядь, даже не вылазят оттуда. Они уже даже не вылазят. Как обычно. Как это трагично. Готовка всему. Пограничники, скоро во всех кинотеатрах. Максимов, бляха, ты можешь ближе сидеть ко мне, серьезно тебе говорю. Ты можешь сидеть ближе? Убирай, Ахмадура.
не Ахмадура, а Ямагуна. Максимов. Здесь все нормально, Максимов. Боже мой, самая популярная фамилия будет, конечно, Максимов, и, скорее всего, это кого-то будет бесить после этой игры. Максимов? Да куда же ты? Максимов! Ты можешь сидеть, чтоб я за тобой не бегал! Я тебе твою мать! Кто я, начальник? Я или ты? Почему я, блядь, постоянно за тобой бегаю, Максимов? Давайте что-нибудь. Да, конечно! Естественно! Иди, твою мать! Погнали! Ар-ар-ар! Охуеть! Подкрепление, ебануться! Подкрепление приехало, серьезно! Подкрепление! Еха, нихуя! Ну, что поделать? Что поделать? Ничего не поделать. Не каждый, соответственно, не надо мне так смотреть. Не надо на меня так смотреть. Корова, кстати, как-то вообще не культурно ездит. Мне кажется, ей не понравилось. Блять, Максима! В конце-то концов! Хватит курить рядом с... Ты что, дурак? Бедный Максимов. Да, оттуда, кстати, нападают. Максим, будь на чеку. Будь на чеку, Максимов. Блять, найду же все равно, собака. Ты прям на меня уже кричишь, что ли? Я не пойму. Как его зовут-то? Приезжий. Приезжий лысый. Так, ладно, иди посиди за то, что орешь. Нет, какую машину? Не в машину иди, а в тюрьму. Если бы он был не виноват, он бы кричал: за что? Нет, блядь, 150, лысый. Нет денег заниматься своим делом. Это что такое? О, трусики. Труханы сушу. А ты типа контрабандист, что ли, какой, я не пойму? Та-ра-да-ра-там. Так, одно разбитое окно, и цвет машины красный. Окно не разбит. Опа! Сука, я отсюда сейчас увижу, падлу. Так, спокойно, лишь бы не сорвался, нахуй. Буду грудью танковать. Ты заебал, у тебя ничего нет, что ли? Слышишь, если ты контрабандист, я тебя нахуй догоню, блядь. Я тебя просто догоню, я тебе серьезно говорю, езжай отсюда нахуй. Я тебя догоню. Я догоню тебя, ты понял, нет? Джибаджиста, иди отсюда, джиу-джитсу хуев. Сейчас скажу, что это было развернуть. Слышишь, я не должен был тебя пропускать, собака. Так, Оту. Здесь тоже не Оту, сразу здесь проверю, чтобы не паниковать. Хитро. Эти я описал. Максима, хватит там. А, подожди, или ты бдишь? Ты бдишь, чтобы никто не напал? Тогда Максимов, ладно. Но ты бди, да не перебдевай. Такой-то модный спортивный костюм. Посидишь с ним в тюрьме, кстати говоря. Там таких модных спортивных костюмов еще не было, так что посидишь. Цвет машины красный. Бля, настолько красных машин проезжал, и не было ни разу контрабандиста. А вот и красная. Дефекты кузова. Почему два-то один был? Да-да-да-да. Там твой товарищ спортсмен. А у вас сегодня будет парная тренировка. Я не знаю, синхронное плавание, блядь, стрельба из лука друг другу в лоб. Счастливой дороги в обратную сторону. Заезжай, приезжай. Паспорт нормальный сюда давай и коровку не мучай. Пока, коровка. Пока, счастливо. Если что, она мне мотнула головой. Идеальный досмотр. Гениально. Цвет машины черный. Цвет настроения черный. Стопе сказал, никуда ты не едешь. Ты, во-первых, лысый. Куда? Сбил. Охуел, что ли? В смысле? Жесть, прикол, нахуй. Жесть, неприкольно вообще. Чё за хрень? Я думал, он не попрёт на меня, а он попёр. Пиздец, чудило. Он специально попрёт. И ведь всем похер вообще. Да. Видит, что начальника просто растоптали на машине и хоть... Ну, потому что им не доплачивают, вот и такие, да пусть ты сам там разбираешься, а мы как бы на своих местах, или же просто у них нет оружия, чтобы защищаться в этот момент. Хотя, когда тревога, по идее, они защищают, тогда вопрос, наверное, экономят пули, да. Хоть бы кто стрельнул, Максимов! Стопэ, собака! Стой, ой, бля, ебать, дурачок, ладно, вот ты и доехал. А чё, он помер, что ли? Ты чё, помер? Ты чё, дурик? Ты чё, помер-то? Он чё, помер? Ты чё, помер? Тянуть. Потянул. Бля, он чё, реально помер? Тяните. Ну да. Ебать ты, дурачок. Блях, он меня задавил. Максимов, ты пиздец, тебе доверять нельзя, я тебе отвечаю. Ты, конечно, слабак, Максим. Отойди. Бля, он спит. Он только спал. Ты чё, блядь? А ему норм. Охуел, сержант. Да. Ты охуел или чё, я не понимаю. Не хватит прочности, пацантре. Это только мост. Вы какими там кругами-то катаетесь? Я до этого моста за 2 секунды доезжаю. Вы чё делаете? Вы куда едете-то, я не пойму. Вы ко мне едете, что ли? А, вы в полицейский... Вы куда едете? Ко мне не надо, нахуй. У меня там только новые дома построили. Что, где? А, тут и мать. Повстанец, окажите сопротивление.
Чего? Я же должен был оказать им сопротивление! Бля! То есть мы за прошлую серию прошли всего 6%. Ну, я просто помню тот момент, когда он первый раз пытался, он проиграл. Второй раз вроде бы до конца дошел и как раз-таки двоих пристрелил. Он такой, да, блин, еще раз заново. Ему даже пришлось вырезать моменты, когда там долгая погоня была, и стрельба, и так далее. В общем, большая серия у него вышла по итогу. Это очень мало. Это очень мало. Да-да-да-да-да-да-да. Не понял, в смысле, ты что, обманщик? Лежит. Ебать вас тут сидит. Ебать тут лежит. Паспорт тоже есть? Здрасте. Серьезно? Выходи. Получается все, что ли? Максим, убирай эту херню отсюда. Хорош, убирай. Не кури рядом с канистрой, блядь, тебе еще раз говорю. Да ему нравится. Как Ахмадура, как Ахмадур нет разок, блядь. Вместе с тобой тут гореть. Пускай человек найдет своих детей. А, это как бы причина такая очень серьезная. Вот. Мистер Полисмен. Да, это я такая. Да, это я, дорогой. Веселый, да. Блядь, на $200 мне вернут, нет? Не понял, блядь. А $200 мне нет? Нет зеркал, цвет машины серый. Бля, ну тут нет... А у тебя нет зеркал, кстати. Ты в курсе, что у тебя нет зеркал? Ебать. А кто это был? Как понять? По чужой наводке чувака знал, блядь. Это не его наводка, я по нет зеркал его нашел. Ебать, прикол, хорошо. А здесь, значит, все нормально, здесь так, пои... Пои! Ебать, вы один задник, серьезно? Пацаны, что куда каждый нарушитель? Вы его хоть, блядь, по дням, я не знаю, рассредоточились. Пацаны, выручай, я с ножом не побегу. Бля, ебануться, патрон закончил. Пацаны, патроны нет. Патронов нет, пацаны, серьезно. Может, ножом закуяли? Пойду вилами. Где он? Один противник остался. Ага, и вторая. Два. Ага. Так, Максима! Где? Блять. Максимов, ты молодец, ты к последней серии научился ждать меня около машины. Просто интересно Максимов, стало? Красавчик. Нельзя тебе, товарищ Сирил, товарищ Кирилл, как тебя правильно назвать, не знаю, езжай, езжай. Если что, я вот так вот сделаю, понял? Блядь, может быть... Это, сука. Перестаньте. Перестаньте. Ну, не буду. Не буду издеваться над пацаном. Цвет машины серый. Серее некуда. Да-д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 а. Выходи. Ты такой красивый, я хочу на тебя посмотреть. Я давно не видел настолько красивых, наглых и ебанутых людей. До свидания. А, нам только что позвонил Влад, него напали и ограбили. Он говорит, что вор уехал на север, поможете схватить. Нет? В смысле? Вот, ебать, что за фон же... Ай, бля, Влад, пизда. Мне кажется, он в ловушку меня хотел загнать. Он же вот стоит, куда он уехал? Кто его там ограбил? Что за бред, бля? Влад обманщик такой, просто обосраться. Так, нельзя. Да просто нельзя. Мне кажется, нужно закидать Влада просто вот позорными камнями. Вот, ну как это еще делать? Я не знаю. Мне кажется, он заслужил. Ближе, пацаны, ближе подходит. Пацаны, ебать, на вас надежды нет! Я весь покраснел из-за вас! Жаль, что ты этого уже не увидишь. Эй, прикрывальщики хуевы, вы где? Прикол. И сохранений не было. Люли-люли стояла. В поле березка стояла. Ну ладно, остановлюсь, а то как бы хорошие ноты высокие, да. Ну да, игра сама по себе очень прикольная. Но я, по крайней мере, кого смотрела, кто-то не до конца даже проходил, вот, но игра забавная, вот, и, в принципе, вспомнить все моменты, когда Куплинов играл, это было классно, вот. Надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите подписаться на группу ВК или на Сиви Дискорд, то пожалуйста, на YouTube-канале можете найти ссылки на группу ВК или на Сиви Дискорд. Всем большое спасибо, всем пока.